Марио, надо быстрее доделать эту халтуру. У меня, я полдня уже хожу трезвый, блин. Крутись, шустрее. Кто там? Я ваш самый страшный сон, салаги. Вы думали, что эмигрировали в Америку, и теперь вам не надо служить белорусской армии? Луиджи, скажи, что я долбоёб. Хорошо, хорошо, Марио, не волнуйся. Товарищ сержант, мой брат Марио долбоёб, а я служил. Что ты мне заливаешь, прослужил, повесточку получали? У меня тут все записано. Марио, долбоеб, Жиртрестович, и Луиджи, старый козел, должны служить в армии, стройбат. Я ж служил. Хрена ты служил, старый хрен. Служу Советскому Союзу. Понял. Хорошо, не волнуйся, старик, я тебя в стройбат запишу, будешь генералом на дачах сортиры чистить. А то, что твой братец долбоеб, у меня полармии таких долбоебов. Сейчас я его проверю. Зубы целые, глаза есть, два уха. Все, для армии больше не надо. Отжимайся пока. Так, смирно. А можно я не буду служить? И я не хочу, я долбоеб. Быть долбоебом, это не значит не служить в армии. Быстро построились, долбоебы, пошли. Раз, два, шире шаг, долбоебы, быстро! Вантузы на плечо, а теперь подтягивание. Давай, толстый. Только не говори, скотина, что я унижаю твое человеческое достоинство. Я 2 года из тебя мужика буду делать. Вернешься из армии. Спасибо скажешь. Побежали. Кругом! Стали салабоны, стали морды усатые. Стоять! Раз, два, кругом! Долбоёбы, блин. Вантузы на плечо. На одно плечо. Вот придурков наберут в армию, а потом удивляются, почему сантехники у нас такие работают. На плечо, сказал, долбоёбы, вантузы. Вантус — это ваше оружие на 2 года. Вы будете бесплатно 2 года чистить сортиры и вернетесь из армии мужиками. А мы не хотим. Можно мы будем за деньги чистить? За деньги вы чистить будете здесь, в Америке, а бесплатно 2 года у меня, в белорусской армии. На генеральских дачах будете пахать, поняли, долбоебы стройбатовские. И не говорите мне унижение человеческого достоинства. А ну ко мне, салабоны. Я с вас мужика сделаю, знаете, сколько я мужиков сделал? Я прямо здесь с вас мужиков сделал. Бросили оружие, это измена родине, поняли, это расстрел, 2 года расстрела вам будет. Блин, я вам эти вантузы. Сэр, извините нас, мы готовы искупить вину. Я вам искуплю, вы у меня в карцере будете сидеть, блин. Долбоёбы, мы всегда унитазы чистим. Отслужили 2 годка, потому не дрыщем. Кругом. Вот видите, из 2 салаг долбоёбов я сделал 2 мужиков долбоёбов. Советская армия всегда делала из долбоебов мужиков-долбоебов. Рота, подъем! Да, товарищ сержант, к службе готовы! Мы же уже свое отслужили! Да, Марио, блин! Нас могут призвать на сверхурочную службу! Есть такое, когда чрезвычайная ситуация! Сейчас позвоню генералу, спрошу, долбоебы нужны? Товарищ генерал, долбоебы в армию нужны? Или у вас полный набор долбоебов? У меня тут спят 2 сверхурочника. Сверхсрочники нужны? А не, вы набрали уже, полностью салабонами укомплектовали. Ладно, пусть эти 2 долбака отдохнут, они ж вам славно чистили сортиры. Так, крыса, ты в армии служила? Хочешь, призову тебя на службу? Будешь овсянку кушать? ВДВ, вали нафиг! Ой, бля, служила, служила. До свидания. О, Марио, хоть кто-то из нас троих отмазался. Надо сразу было пиздюлей дать этому сержанту. Врыло его стукнуть. Не догадались, блин. Мы же американские граждане, мы не должны были служить.